Здравствуйте, товарищи, друзья. Как-то 2 года или 3 года тому назад я снял видео. Вернее, так было. Я в интернете увидел, как один мужик рассказывал про свои дрели. Там он их вот так, как я сейчас нашел. Вот эту я нашел на мусорнике, а это моя. Но они были такие подратые, я их покрасил, примарафетил, и как бы можно было бы показывать, как тот мужик показывал. Но мне захотелось показать свое новшество, так как у меня на канале уже есть видео про мои эти дрели и про мое новшество. Один человек даже мне предложил свое изобретение запатентовать, но понятно, что патента никакого не будет. И пускай люди смотрят и себе делай. В общем, хорош говорить пустые слова. Говорю про мое, так сказать, внедрение рационализаторское. Так, в чем заключается мое изобретение? Я же говорю, в стойке я провертел отверстия. Вот они. Из проволоки шестерки выгнал вот такую скобу. Нарезал резьбу. Тут и тут. И теперь брюки превращаются брюки вот в такую штуку. Стала ручка, понимаете, ручка, она ведь очень нужна здесь. Конечно, здесь прикручивается гаечками, естественно, крепко, и оно крепко держится. Мне один мужик говорит: а что ты, почему ты не приварил? А потому что не приварил, потому что это дрель. Они двухскоростные, понимаете, они двухскоростные. То есть, если мне нужна вот эта скорость, вторая, то есть, чтобы крутилась быстрее, я ставлю ручку вот так. Если мне нужна пониженная скорость, я вытягиваю и переставляю ручку вот так. Вот так переставил. Прикрутил гайками и все. Готовая дрель. Я же еще раз хотел показать. Она в руке сидит очень надежно. Очень надежно. Не надо пузо убирать, ничего. Вот такая вот моя дрель. Вот такая, еще хочу сказать. Не нужно ее приваривать. А просто провертеть мое видео, я это самое хочу сказать, я и видео это снял для того, чтобы не один человек сказал, я взял да приварил. Но он сделал крайне неправильно. Потому что если приваривать, так нужно и тут приваривать, и тут приваривать. Вот так. Вот примерно. Это ручка от второй моей дрели. И на что оно будет похоже, скажите мне, пожалуйста. Ну, то есть какая-то бабочка непонятная. А так нужно сюда, ставили сюда, нужно сюда, переставили сюда, и все. Вот такая мое усовершенствование старой дрели, найденной на мусорнике. Всем спасибо, всем пока.